ведущий первой ежегодной национальной премии «События года» Вячеслав Карлушко-Домовский. Дамы и господа, ну вот мы подошли к самой главной номинации нашей премии «Чудо года». И в номинации «Чудо года» представлены художественный фильм «50 оттенков серого», режиссер Сэм Тейлор Джонсон. Музыкальное домашнее задание «Надо верить в чудеса», режиссеры Камызяки. И объявить победителя мы предоставляем право замечательной телеведущей, талантливой актрисе Екатерине Стриженовой. Екатерина, позвольте, я к вам спущусь, просто вы очень красивая, я тоже очень красивый. И у нас с вами могли бы получиться очень красивые кадры. Аплодисменты, дорогие друзья. Екатерина, откройте, пожалуйста, конверт и объявите победителя. Музыкальное домашнее задание. Камызяки! Спасибо! Спасибо! Друзья, спасибо огромное, это так неожиданно! Спасибо огромное, это так неожиданно! Вы уж извините, мы вышли, в чем были! Спасибо огромное, членам жюри! Спасибо, это с вашей стороны такое смелое решение, вот так вручить награду, даже еще не посмотрев нашего музыкального домашнего задания. Спасибо огромное нашим родителям, Господу Богу, Александру Васильевичу. Немножко не та последовательность, пусть человек волнуется. Итак, друзья, по традиции нашей премии давайте посмотрим лучшие моменты работы победителя. Ну что ж, друзья, легендарное музыкальное домашнее задание сборной Камызякского края по КВН. Надо верить в чудеса. Больше всех верят в чудеса участники всевозможных кастингов. Итак, кастинг на программу «Голос». Здрасте. Послушайте нас. Кастинг закончился. До свидания. Кастинг закончился. Вы же слышать не перестали, правильно? Вы что, не понимаете? Мы уже набрали людей. Вот списки. А, сейчас вы нас послушайте. Одного из этого списка, а нас туда... Это же шоу-бизнес, здесь же все через... Ребят, я ухожу домой, все. Пожалуйста, одну песню. Тем более она уже началась. Одну. Я отдельно жить стал очень рано. В общаге со своей женой. Молодой женой. Но порою очень тянет к маме. Когда у нас беда с водой, с горячей водой, помоемся у родителей частного сектора жителей. А ну-ка, пошли вон отсюда! Что не так? Вы в своем уме? Это святейшая песня, это Сосо Павлиашвили. Что Павлиашвили? Пошел вон! Ладно, другая песня. О, школе. Ты посмотри на них, а? Случился в школе скандал. Забыл географ закрыться. Да ну-ка, замолчи! Вы вообще понимаете, куда вы пришли? Это лучшее музыкальное шоу последних лет. Его ведет самый востребованный ведущий, Дмитрий Нагиев. Кстати, давно хотел спросить, а че он на всех каналах снимается? Он что, на ракету копит? Это не ваше дело! Это не ваше дело, на что он копит. Вы вообще знаете принцип передачи? Конечно. Главное, чтобы повернулись. Ради эксперимента. Давайте. Оп, Агутин сразу повернулся. Дальше давим на жалость. Я шел из Камызяка к вам сюда под снегопадом. За мной гналась собака и мне ноги покусала. И я стою покусанный и вам в спины пою. Ю, Градский. Повернись по-братски. Так, а ну-ка пошли вон отсюда. Ты повернулся. Вон отсюда, отсюда. Друзья,
Когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма — это самое чудесное место на Земле. Где сидят талантливые, образованные, любящие маму люди. Итак, в камызякской тюрьме. Запахло весной. Так, а ну-ка встали все быстро, равняйся смирно. Что случилось, начальник? Я тебе сейчас дам, что случилось. Ты что выперся, марш в камеру себе. Отдай фуражку. Ответьте мне на один единственный вопрос. Вы надзиратели или идиоты? Надзиратели. Не надо ничего говорить, вы надзиратели и идиоты. Вы знаете, что месяц назад из нашей тюрьмы сбежал заключенный? А, вот почему у нас одна порция еды остается. Заткнитесь. Мало того, что он сбежал, он нас на всю страну опозорил. Он про это песню написал, где все подробно рассказал. А что за песня? Вот, пожалуйста, слушайте. Я сбежал с камызякской тюрьмы. Это про нашу он поет. Там в охране тупые аметы. Это вот про вас. Сбежать было сложно мне, ребятки. Я даже возвращался за кружкой и зарядкой. А? Человек сбежал из тюрьмы, вернулся за кружкой и зарядкой и снова сбежал. Вы где были? Мухамбаев! Чё сразу Мухамбаев? Я вообще ничего не делал. Я знаю. А Мухамбаев, как всегда, вообще ничего не делал. Мухамбаев, ты у нас уже 2 года работаешь. Ты когда официально устроишься? Мне западло ментом быть. А чё ты тогда сюда приходишь? Чтоб дома с ребенком не сидеть. Заткнись, чё, быстро. Командир, а про меня петь будут или мне можно домой пойти? Нет, Куницын, стой и слушай. А вертухай Куницын с вышки даже не стрелял. А вертухай Куницын мне в картишке проиграл. Красава. Надо матушке позвонить. Поздравляю. Заткнись. Я тебе сколько раз говорил не играть с заключенными в карты. Говорил? Вы... Говорил. Я тебе это говорил, когда мои квартиры и машины были твоими квартирой и машиной. Товарищ командир, а где вы вообще нашли эту песню? Помните, я на День полиции ездил в Кремль на концерт? Ну? Он там эту песню пел. Я знаю, что нужно сделать. Нужно связаться с московскими коллегами, объявить план перехвата и жучить его. Все. Не надо, не надо. Что тогда делать? Надо русский шансон слушать до конца. Ты заходи ко мне, московская братва. Орджоникидзе, 27, квартира 42. В Москву! Ура! В командировку! Дорогие друзья, у моей мамы, ой, у моей мамы говорю, у России есть четкая позиция в этом мире. Как бы это смешно ни звучало, камызяк — это тоже Россия. Поэтому, соответственно, у нас тоже есть своя позиция в этом мире. Камызякская дипломатия представляет песня «Обращение к одному очень известному человечку». Ну что ты, Обама, дерзишь? Из Вашингтона там что-то кричишь? Приезжай-ка давай в камызяк. Обсудим с тобой чё да как. Зайдем толпой за магазин. Поговоришь с мухой один на один. Барак, братан, никакого риска. Он единственный, кто знает английский. И пусть французы зажали мистрали, по газу болгары заднюю дали. И сколько бы санкций не выдвигали, уважать Россию не перестали. Ты давай аккуратней, браток. А то тебе и твои верные псаки, когда достроим Южный поток. Мы покажем наш мощный факел, мы затолкаем газ в Европу силой, мы раздадим его пацанам. Турции скажем спасибо, что ей плевать на всяких рабам. Мы по терпению чемпионы мира, ты у Алады и Меркель с России. Их прадедушки бегали быстро, ты Обама, медведя не зли. Медведя не зли. Everybody wants to be the sisters, mister. Good girl, a roller coaster. Love her, I'm not supposed to.
друзья. Надо верить в чудеса. Вы знаете, самое большое чудо случилось вот с нашей командой КВН, сборная Камчатского края по КВНу. Мы снова играем, вернулись играть в КВН. И как сказал один из великих, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Так что, Александр Васильевич, спасибо огромное, что помогли нам вернуться в КВН.